Во Владивостоке проходят 5-е всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2022». Принимают участие 22 команды, общее количество участников – более 70 человек. Это формирование Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, подразделения Минобороны России, Центра по проведению спасательных операций особого риска, лидер МЧС России. Данные соревнования показывают, кто у нас лучше подготовлен для проведения специальных работ, связанных с агрессивной средой. Способность команд, возможности аппаратов показывают лучших среди лучших. Сегодня участники показали свое умение владения робототехникой, решали задачи по поиску объекта в бассейне Морского государственного университета. Если использовать лексику моря, да, то есть морских операций, так скажем, это поиск затонувших объектов, это обследование корпуса судна, это решение других задач, связанных с поиском объектов, которых обычный водолаз не найдет. То есть все, что под силу роботу, демонстрируется, оттачиваются навыки владения. В соревнованиях принимают участие безэкипажные катера, телеуправляемые, а также автономные необитаемые подводные аппараты. Они демонстрируют возможности техники по выходу в заданную точку с высокой точностью, проведение подводных поисковых технических работ и преодоление полосы препятствий. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.